Наконец-то, господи, я нашел эту срань на эти сраные чертежи на этот гребаный лазерный резак. Всем привет, если вы смотрите это видео, то упали на мой канал, с вами Дрейфор, добро пожаловать обратно в Сабнотику. Я, наконец, вчера нашел все два оставшихся чертежа на лазерный резак. Короче, я очень много плавал, очень долго. Ладно, часа два. Но я нашел их. Они, понимаете, как вот расположены? То есть, вот вы плаваете там по травяному плато, они разбросаны. Вот, и там такие, ну, где красная трава. И вот в вот этих вот ящичках маленьких, которые отдельно от всех кораблей находятся, от всех деталей огромных от корабля, которые остались. Они отдельно где-то там, хрен знает где. Вот я один нашел в каньоне, другой где-то на плато. И вот эти коробочки я заплываю. Опа! Лазерный резак. Класс. Только первую деталь я нашел быстро, а вот вторую уже пришлось попотеть. В общем-то, да. Причем, кстати, я поплавал. Во-первых, узнал, кто такой шипомет. Ну, про него тут, типа, узнал. А потом я заплыл так далеко. Ну, точнее, в такую зону, что мне выдалось вот это вот сообщение. В регионе обнаружены многочисленные жизненные формы класса Левиафан. Что бы вы ни делали, вы уверены, что это стоит того? Я такой думаю. Нет, не стоит. Кстати, я подплывал настолько близко к Левиафану Жнецу, что он мне жопу поцеловал. То есть настолько близко он был, я его даже фоткал, во. С ним плавал. Реально, он прям ко мне назад прям подплыл, я вижу его этот коготь, уплываю на глайдере, он меня догнать не может, просто уплывает обратно. Я думал, он меня сожрет. Я думал, ну все, ладно, сейчас первая смерть. Ой, ну, еще одна смерть будет. А оказывается-то нет. Он просто уплыл от меня и все. Вот. Ну, он тут все там сагрился на меня, но я выжил. А тут я нашел местонахождение зона кровавых водорослей, как я понял. Это какая-то. Не знаю, слышно вам или нет, но там гром гремит. Ну и, конечно, я побывал на рифоспине, который плавает на поверхности. Ой. Ну что ж, поскольку мы... А, кстати, еще я нашел одну деталь. Смог найти одну деталь мотылька. Ну, вторую деталь мотылька. Плавал просто по этому плато, и оп, деталь какая-то. Опаньки. А, и вот там, куда я заплыл, где эти левиафаны многочисленные, там я нашел КПК какой-то. А, я не хотел его брать, но потом подумал, блин. А вдруг мне, типа, а вдруг я потеряю его, а мне задание не дадут. Короче, я решил взять, и мне выдало вот что. Вот эти вот какие-то улучшения транспорта. Сейчас цель исследовать дальше Аврору. Открыть все лазерные, все входы в огромные куски корабля. Что, собственно, мы сейчас и сделаем. И я хочу найти многоцелевую комнату, чтобы сделать себе побольше базы. А то, ну, вот эта вот тесная капсула, она... Ой. Она уже, ну, ни о чем забей. Поэтому сейчас берем лазерный ремонтный инструмент. Он пригодится. Строительный обязательно, но он ремонтный инструмент. Кстати, огнетушитель. Эта собака делается, ну, невероятно просто. А, во, лазерный резак. Наконец-то! Нужно два алмаза, которые мы с вами нашли, пещерная сера, ну и, в принципе, остальное у меня есть. Вот они, два алмаза. Если бы я их не нашел тогда, вряд ли я что бы сделал. А теперь-то мы можем руду добывать прямо из этого, да, вроде как. Так, что еще надо? Сера. Угу. А, да это говно легко найти. Надо к этим рыбам. А, не вон прям тут. О, один есть. О, отлично. Вот тебе и сера. Все, сера добыта. Отлично. Поплыли на поверхности. Так, а, еще у нас тут сообщение. Давайте его послушаем. Ты
Говорит специальный капсул 7. Координат прилагается. Капсула структурно цела, но изготовитель накрылся. Седьмая. Мы с вами... Прошу помощи. Капсула 7. Конец связи. Вот мне интересно. Повреждение приблизительно использование источника записано. Ё-моё, да там прям... Там прям ливень начался. Я закрыл окошко, а то что-то как-то... Мокро будет. Так, капсула номер 7. По-моему, мы ее с вами уже когда-то видели, брали КПК. Да, мы сделали все наперед. Я теперь думаю, что я не буду больше этого делать. Нафиг надо. Так, возьмем аптечку, обязательно. И изготовим, наконец, долгожданный лазерный резак. Все. У нас осталось две батарейки 100. Я не знаю, нахрена мне ядер... Я это... Ячейка, она вообще бесполезная какая-то. Ну, по крайней мере, пока что применения я и не нашел. А, и вот, насчет этого. Блин. Огнетушитель. Ёлки-палки, делается из трех титанов. Я думал, все, у меня не получится больше. Ну, как я тушить огонь буду? А у меня вон их сколько. Так, хавка. Попить нет, хавки нет. Жопа. Медная руда есть. Берем два кислотных гриба. А, блин, вон сера плавает. Вот. Я мог здесь взять. Ну и ладно. Потом пригодится, возьму. Это ж вам не Майнкрафт, здесь не пропадает ресурс, который ты выбросил. Они так и будут тут вечно плавать, пока ты их не подберешь или все. Я не понимаю, что происходит здесь. Почему так все. Режущее устройство подходит для разрезания стандартных титановых дверей. О, да. Так. Голосовой журнал, да. Так, ну и где находится? Оу, ё-моё. Получен сигнал бедствия спасательника АПС-7. Но приложенные координаты повреждены, так как фотографические данные были загружены и проанализированы. Так. Экипаж сообщил про затону на глубине до 200 метров на пустыре с низкой экологической активностью. Слушай, а по-моему, возможно, вот это место как раз-таки там, где я обнаружил вот эту зону, где много левиафанов. Источник примерно в... Корма? Корма корабля — это его зад. Понятно. От жопы корабля к юго-западу. А, да, я водичку хотел сделать. Подожди-ка, подожди-ка. Я для... Фу, блин, я забыл, что антисептик делается из другого. Чёрт. Чё делать? А где мне добыть? Может, пузыри половим? Пузыри. Пузырики, вы где? Давайте ко мне. Я вас не обижу, я всего лишь вас съем. Ну, выпью. Да. Что вообще рыб пропало? А, не вон. Пескун, короче, самый вкусный, я так понял. Самая вкусная хавка. Пока что. Да куда ты, собака, поплыл-то? Все, да? Некуда. Ох, собака, пес. Я его до сих пор не отсканировал. Титанчик, давай возьмем, ладно. Чё он тут валяется? Во, что это у нас? А это, по-моему, прикрывает вход в пещеру. Ух ты, 99%. Ну как он догнал-то меня? Пес. Ладно. Вызов принят. Так. Рыба. Мне нужна рыба. Мне нужен хавчик. Что вообще? Всю рыбу, походу... А, да, я еще поставил радиомаяк. Возможно, кстати... Не, не в том месте. Юго-запад. От кормы. Это вон туда, да? Юго-запад от кормы.
Вон туда. Вот там. В глубине километра оттуда. Ёлки-палки. Господи, же они клевые. Слушай, я думаю, водоросли пожрать просто, и все там, и вода есть, и хавка. Чё бы и нет. Все, инвентарь полон. А, употребить. Все, срубил водоросли. Давай еще. Ничего же не будет, что я буду водоросли жрать. Вроде со мной ничего не должно быть. Ну, блин, воды нет нигде. Что я поделаю-то? Вот пищу-то он прибавляет, а вот попить не очень. Так, нам опять зону красных водорослей, да? От кормы. Слушай, это получается надо левее где-то плыть, правильно? 200 метров, охренеть. О, рифоспин. Минуточку. Давай, знаешь, как сделаем? Сейчас реально к жопе Авроры подплывем. Ну как, подальше от жопы Авроры, конечно, а то как пернет. Ай, не смешно, знаю. А я не пытался шутить. Ну вот, корма, вот она. Жопа его. Мне картинки выдал, что это жопа. Поэтому мы будем плыть оттуда. Смотри, там синяя вода начинается. Ну, как в море, такой же эффект, знаешь, вот с берега видишь, ближе к берегу там зеленая вода, ну, такая зеленоватая. А потом хренак синяя. Мне вот не нравится зона водорослей, потому что она очень так, тусклая, зеленая такая вся. Мерзко. Жутко, я бы даже сказал. О, здорово, братан. Это батя, а там детеныш. О, еще один. Тихо. Кто это? Так, этого я знаю. А, это... Куда? Вау! Ты чё? Слышь, собака. А, ну сюда иди мне. Ну ты какая собака, ты посмотри. Что это? Куда поплыла? Кусака, о! Здорово, кусака. Блин, не зря взял аптечку. Слушай, сколько у меня? 72. Ладно, пока нормас. Слушай, вот тут можно на фарм... Ну, неплохо так это найти. Стоп, коруса. Оп, медь. Ой, вот этих ребят лучше опасаться, они вон стреляют. Вау, напугал. Да детеныш, смотри, вообще на нем ничего нет. Еще, господи, 4 штуки. Может, ты про это говорили, типа, сборище левиафанов? Слушай, километр от этой плыть. Это ж много, а? На глубине 200 метров. Километр от Авроры? Черт возьми. Да хрен, блин, я забыл где. А, ну на юго-запад. На юго-запад. Вот жопа Авроры. Поближе ко дну. Все-таки я понял. А, вот. Ёптвой. Смотри, какая местность. Жесть. Слушай, Аврор, дальше находится, по-моему. Что так темно стало? Я вроде боюсь, что Левиафан же нет будет. Я вроде не слышу. Да чё? Что это сейчас такое там висело? Так. Быстрее вверх. Ёлки-палки, только ничего я не успею. Успеем. Я вчера почти на нуле доплыл до верха. Только... А! Я к острову плыву.
Минуточку. Что это? Это что-то инопланетянское? Как много. Якорный кокон? Мужик, ты уверен, что здесь крашнулся? Что-то по мне так тут глубоковато слишком, не? Километр от кормы Авроры. Ну, судя по картинке, я плыву в похожее место, там где эти... Какие-то... Слушай... Так, Аврора, дальше, нахуй. Глубинные рифы. Координаты, черт возьми, где они? Источник получен силами. Так, ваше все. На пустыре. На пустыре. Подожди, это Аврора дальше находится, елки-палки. Значит, надо обратно плыть. Где-то вот так. Насколько далеко от этого? Плывем тут, ладно. Блин, хорошо, у меня две батарейки есть. А то сейчас так бы и не доплыл до дома. Ну, доплыл бы, но очень скоро. Слушай, тут прям... В этой зоне прям темно. Ну, пустырь, ё-моё. 702. Слушай, а я уже... Это не километр. Ну, поплыли вниз ещё. Левиафан жнеца я не слышу. Насрать. Вау! Собаки. Ты третью кнопку нажми. 200 метров? Но это похоже на пустырь. Как его называют? 200 метров, ё-моё, это глубоко. Так, Тим. Что это было? Слушай, ну и жутко тут, конечно. А, костяная акула. Хе. А, кстати, она света боится. И это я прочитал. Это о ней написано. Слушай, а куда я плыву, блин? Ой, я могу не успеть. Рифоспины, где вы? Покричите. Вот акулу я слышу. Что за жуткие звуки такие? Какие-то неизведанные просто пространства. 200 метров глубина, да вы что так утонули-то? И где вас искать-то, я не понимаю. Так, третье. Юго-запад. 200 метров, подожди, так это ж... Где-то тут получается? О, обломок вижу. Понятно, толку от него нет. Пустырь. А, ну все, правильно, пустырь. Это же где-то тут. Тут бы, конечно, о, днем поискать, но... Да я понял. Ну а что поделаешь? А, во. Да нет. Опять не то. О, смотри, кто плавает. Эти. Пердящие ребята. Как их зовут-то? Газобрюхи, ё-моё. Чё они забыли тут? Так. Еще раз. 200 метров глубина.
Карма. Ты, сука, свой. Карма. С точки передачи примерно в одном километре к юго-западу от кормы Авроры. Юго-запад. Вот здесь. Почему эта зона так плохо освещается солнцем? Смотри, зараженная. Она пердит? Фу, тебе не стыдно? Костяная акула, смотри, заражена. Ой, воу! Слушай, блин, где искать эту капсулу? Это глубина, блин, такая огромная, 200 метров, охренеть же можно. Ну, слушай, 200. Короче, в жопу эту капсулу 7. Эти вот, что скажем, мне надо домой плыть, у меня вот запас жидкости очень... О, наверх. Да понял, Так, слушай, меня кто-то обманывает, по-моему. Или я не могу... Я не знаю, где искать эту сраную капсулу. Капсула номер 7. Так, журнал операции, данные по инопланетянам, данные искали. Не, капсулу 7 я не искал. А, нормально. То-то я думаю, что ты мне не знаю, где она находится. Рифа спины, ну шо вы, конце от конца. Вон они плавают, трое. Блин. У меня еще одно сообщение, пойдемте его посмотрим. Может там по что-нибудь интересное сообщат. О, какие огромные собаки, а. Давай, рычи. Я думаю, что это за камни такие. Интересные три камушка таких торчат. Уж не инопланетное ли происхождение? Ну, мне уже все. Без нет смысла искать эти... Резак, что я уже нашел наконец. Оу, вулкан, ёлки-палки. Нафиг, вулканическая зона, охренеть. Кстати, я там какой-то Википедии по карте, какая-то карта была предоставлена. Можно куда-то в вулкан заплыть. Ну, я понял, куда, но лучше этого пока не делать. Без специального какого-нибудь крутого транспорта, который выдерживает давление лавы вулканической какой-то. Лучше повременить. Так, пузыри, ёлки-палки, вы где? Не пить нечего. В принципе, если пожрать, то можно и напиться. Не знаю как, но напивается он. У меня есть кавка одна. Вот, поймал. А, у меня есть пескун. Бля, сырый пескун устанавливает больше, чем жареные рыбы. Дай мне рыбы. Оу, воу. Рыбу мне, рыбу. Рыбу. Дайте рыбы. Соли нет. Коралловые трубы-то вон их навалом. Давай хотя бы тебя, что ли. Эй, иди сюда. Вот рыбка где-то тут плавает. А, пердящая собака. Тоже пердеть любит.
Все, отлично, воды восстановим немножко. Так, может, четверть часа плаваем и не знаем, что делать. Так, давайте лучше нахрен эту капсулу 7 пока. Пусть он уже давно помер. Давай похавать приготовим. Всю рыбу сделаем похавать себе. Попить-то надо как-то восстановить. Прикалываешься, что ли? Vital signs stabilizing. Ну да, я заметил, что не восстановлено. Это автоматический сигнал бедствия спасательной капсулы 12. Координат прилагается. Предупреждение: капсула затонула глубже безопасной отметки погружения. Пытайтесь искать ее без использования подводных аппаратов. Исхождение нужно. А, погодь. Опустился на дно. 250 метров. 250 метров глубины. Это много. Так, подожди, а что я еще хотел? Нет, мне не надо. А, воды, точно. Надо воды найти. Ну, надо плыть, короче, туда, потому что там есть соль. А соль и антисептик. Да нет, слишком долго надо. Надо пузырей найти. Так их нет. Они же круглосуточно плавают, правильно? Ну их нет. А я что поделаю? Гриб сожри. Поплыли к водорослям. Будем жрать водоросли, пока не восстановим себе полностью. Хотя бы на 70. Не, ну серьезно, я не вижу вообще водоисточников. Соли нет нигде. Это понятно. Ой. Насрал тут. Еще ржет. Какие собаки, а? У меня появилась гениальная идея, что надо сделать. Надо плыть к острову. Там есть луковые деревья, там воды навалом. А он там, вон там. Ну, поплыли к нему, чё? Потому что где найти капсулу, я не знаю. Слишком как-то глубоко. Слишком как-то непонятно. К юго-западу от кормы Авроры. Что мне писать? Ах. Я не знаю. Ах, просто плывем к острову. Там есть вода. Там и еда есть. О! Смотри, что обнаружил. Слушай, а не здесь ли случаем затонуло? К юго-западу. Это не обязательно на. Пустырь. Ну все правильно, вот это пустырь. Правильно? Двести метров, ну все логично. Этих вроде не слышно. Ну точно не вон там. Там, блин, глубина еще больше. Вон там воз... А, вон она! Нет, не она, это кусок металла от корабля. Так, окей. Ну,
Можно и тут оставить, в принципе. Умереть от жажды или... А, так остров, вот он. Хе, чё я? Слушай, это опасно. Тут же, типа, горы есть. А тут любит Левиафан плавать. Мы с вами один раз уже видели его. Вон, что это? Обломки просто. Просто куча обломков. А вон и капсула, по-моему, да? Нет, не капсула. Но что-то КПК тут есть, походу. А, понятно. Просто сдали этот сам. Слушай. О, сюда мы можем проникнуть. Но лучше пока не делать этого, слишком мало. Слушай, тут вообще живности нет. Ну я на юго-западе, ё-моё, от Авроры. Где я? Сраный этот. Я офигеваю. Его нет. А сейчас ночь наступит, я что делать буду, я обосрусь. Вон жуткий остров, вон жопа. Жопа Авроры, вон. И вообще, как будто он там тоже остров есть. Чё, реально? Там что, тоже остров есть? Так, тихо, юго-запад. Плыви вниз. Мы сейчас найдем капсулу, сейчас найдем. А, я думаю, она недалеко. Да, да, сейчас. Так, нам сказали, тут живности нет. Это странно. Причина неизвестна, охренеть. Нормально так, причина неизвестна. На глубине 200 метров. Ты не туда, надеюсь, провалился, братан. А туда мне, типа, сигнал бедствия, а он оп, провалился. И как я его найду? Ну, пустырь, это явно смахивает на пустырь. Фу, блин, опять гигантский кусок Авроры. Воу. А чё так? Темно-то. Я сушу рифоспина. Ладно, давайте сначала пополним запас жидкости. Там сплаваем еще. К 12-й капсуле я точно не поплыву. Там чересчур опасно, потому что там... Остров чё, под землю, что ли, спрятался? Эй! А где остров-то? Причина растительного на морском дне предлагает, что это место может быть миграция огромной природной формы жизни. Так это этот... Рифоспин. Слушай, я потерялся. А где остров-то? А где остров? Слышь? Куда я заплыл, черт возьми? Ну, на поверхности-то вряд ли кто-то будет тут плавать. Огромный. А кто здесь может быть огромный, кроме Левиафана Жнеца? Я без понятия. Ну это какой-то пустырь, да, сюда, видимо, упало. Где остров? Вот он, господи, я чуть не обосрался. Думаю, где остров-то? А он вот он, исчез с поля зрения. Я понимаю, кто здесь плавает. Чё он сказал? На морской небе... А, повреждение растительности на морском дне предполагает, что это место может быть путем миграции огромной природной формы жизни. Так это... Как его зовут-то, ё-моё? Как его зовут-то, ё-моё? Левиафан Жнец? Или Рифан... Не, Рифанспин так глубоко не плавает. Ну да, Левиафан Жнец, скорее всего. Это луковое дерево. Нет, это обычное дерево. Надо тут побегать, поискать пищу. О, луковое дерево, отлично.
Отлично. Все, поизи. Че тут? Суша. Гарнизончик. Да. Оу. Уже так темно. Я думаю, я на острове пережду. Ты что, ты там такая жуть под водой творится? Ой, что ты? Отпрыгиваешь-то так. Что вообще на этом острове есть? Помимо той огромной башни. Что на горе есть? Там что-то есть, смотри, на горе. Вон. Вон там. Еще одна? Охренеть. Что это? Ой. О, он все-таки может повредить себе суставы. Реалистично. О, а это сжать можно? Образец инопланетной флоры. Да это жрать даже нельзя, ё-моё. Нахрена не нужно. Так, ну раз земля, то в принципе... Ты ж поем на ту сторону, там что-то есть. Может, мы там что-нибудь найдем? На гору надо подняться как-то. О, гриб. О, пошел уже, пацан. О, ножом тебя. О. Не, его съесть нельзя. А, получил. Ну, слушай, изону-ка я аптечку. Слушай, тут прям какая-то... Вон какая-то хреновина наверху есть. Давай, ну ты же можешь, ну что ты тупишь? Ты же можешь забраться наверх. Так, ладно, сейчас попробуем забраться. Ну, надо попробовать, ё-моё. А то, ну, как так-то? О-о-о! Здесь кто-то есть. Грядка! Теперь мы сможем сделать... Грядку. Я слышу, справа где-то ходит собака. Класс. О! Съедобно. Слушай, я взял, конечно. Но... Слушай, что это за место такое? Опять инопланетная хрень. О, КПК. Дегази номер 4. Интересная находка. Да уж понятно. Что тебе надо, товарищ? Встань от меня. Убью нахрен. Фу. Еще одна. О, многоцелевая комната. Да ладно, мы сейчас сделать сможем ее. Да, мы наконец сможем хату себе нормальную построить. Ёкарный бабай. Класс, класс, просто класс. Что?
А, прожектор, ё-моё. Слушай, сколько мы тут... Живая стена? А, типа, отдвигаешься, что ли? Охренеть, сколько всего. Ой, а как наверх подняться? А, вот дверь. Сейчас мы сделаем себе, короче, крутой дом под водой. Давай, 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 изучай, изучай, изучай. Ящик с припасами. Батарейка. Класс. Оставленный КПК. Дегази номер два. Шторм! Я понял. Смотри, у нас переборка, прожектор. Так, чё у нас ещё? Чертежи. Чё мы добыли? Во. Переборка, прожектор и... Живая стена. Настенная листва, чисто декоративная. Ну, не знаю, не знаю. Может, 100% зарядки. Ой, а картофель-то гниет. Ветхая. Давай его сейчас сожрем. Чего бы и нет. Слушай, да тут прям вообще класс. Еще один КПК. А, вот. Голосовой журнал Дегази номер два. Шторм. Пол. Сын, я сказал, подожди, пока стихнет буря. Твоя жизнь ценнее для меня, чем какая-то грядка с травой. Ты больше не командуешь с тех пор, как корабль, где ты был капитаном, затонул. Я перестану командовать тогда, когда ты начнешь заботиться о себе сам. Слушайте, шеф, шеф. Что? Вы знаете, как осушить те грядки от 40 тонн, от 40 тонн ливневых вод? Или как наколдовать еду из воздуха? Я знаю, как расставлять приоритеты. Я лишь хочу сказать, чего же сегодня стоит для вас жизнь сына, если завтра вы будете так голодны, что начнете размышлять, каков он на вкус. Позвольте я ему заняться растениями. Сын, пойди и займись растениями. Она так быстро решила. На самом деле, там наверняка что-то типа... Ты права. Еще раз вмешаете в дела моей семьи, я поставлю вас, оставлю вас здесь, когда прибудет спасательная команда. Вы меня поняли? Помощь не придет, шеф, вовремя не придет. И оставаться здесь тоже нельзя. Это дождь продолжает идти, и рано или поздно это место будет затоплено. Наш единственный выбор — это затопит ли нас вместе с ним. Что это за штука? Я не знаю, я нашла ее снаружи в песке. Что, это часть другого корабля? Такие я прежде не видел, она даже не поцарапана. Не играй с ней, она может быть ценной. Расслабься, шеф, если бы она должна бы рассыпаться в пыль, она бы рассыпалась что-то тогда, когда я ее подобрала ее. Она светится. А, это вот эта вот штука. Мы не первые люди, которые пришли на эту планету. Люди, возможно, возможно пришельцы. По мне, так хоть те чертовы монстры-чудовища. Морские чудовища. Одно можно сказать точно. Мы ничего не узнаем, оставаясь здесь. Журнал Пола Торгала номер один. Брошенный. Короче, жесть. Тут еще лестница есть. Так быстро. Без анимации. Ё-моё, ты посмотри. Кстатища какая. Вот это классно, вот это мне нравится. Слушай, очень круто сделано, прям вот не придраться, очень классно, мне очень нравится. Еще и помимо подводных всяких, ну, всяких этих действий, еще и наземные. Слушай, а подняться-то можно как-нибудь? О, да, можно. Ща допрыгаем, ё-моё. Нормально. Что там происходит? Куда ж ты, дурень? А, тут пещера вон есть. Птицы, что ли? А, ну вообще, да, они тут есть. Блин, как подняться-то? Я хочу туда подняться. Ну так я точно не поднимусь. А, понятно, так. Еще там вон с той стороны. О, вопрос.
С той стороны еще есть такая же. Как будто кто-то есть. Кто-то такой живой, как и я. Может, тоже человек? Люди! Я почти добрался. Да? Ё-моё. Ёлки-палки, смотри! Мраморная... О, мраморная дыня! Где? Давай, давай. Изучать. Она нам пригодится. И картофель. Будем выращивать, короче. А нафиг я его изучил? Я же смогу. Inventory full. Черт. Ой, а дынька-то маленькая мрав... А, это маленькая. Обсерватория. О, это нам пригодится. Слушай, как круто, а? Конечно, она будет не одна из двух, и мне придется на вторую еще идти. Да. Придется еще туда топать. А, нет. Отсек с панорамой на 260 и очень мало структуры прочности. О, нормально. Еще один КПК. О, номер один. Расположение жилища. Мы же вот, мы послушали номер два это. Это остров, просто находка. Выгляни в окно, здесь нет хищников, есть свежая пища. Нет стройматериалов, от корабля ничего не осталось. А малец говорит, что без дополнительных грядок мы будем голодать. Скажи, малец. Это так, отец. Естественная скорость роста слишком мала, чтобы поддержать нас. А, Барт! Я думаю, брат. Барт, ё-моё. Все, что я говорю, это то, что океан нас окружил. Прятаться бесполезно. Рано или поздно нам придется намочить ноги. Быть может, раньше вся жизнь проходила в драках Мейда, но я уже принял решение. Хотите лишиться вознаграждения за опасные условия только ради того, чтобы поплавать, так дерзайте. Поверьте мне, я об этом думаю. Ай, ну и драма тут, конечно, разворачивается. Смотри, ё-моё, какая ржавая вся. Сколько ей веков. Ох, ну. А что же нас ждет тогда во второй обсерватории? Ну, давайте узнаем это. Так, бежим по тому же маршруту. Сегодня, видимо, я так понял, мы лазерным резаком не воспользуемся. Будем исследовать, ё-моё, остров. Так. Возможно, я так и назову. Строение на острове. Так это все назову. Строение на острове. Только надо превьюшку бы сделать, блин. Где многоцелевая эта комната? Думаю, я этих рифоспинов отсюда слышу. Уж не кажется ли мне? Луковое дерево. Не, луковое дерево уже сканировал. Блин, где же? Где же это говно? Так, это, я так понял, мне надо перебраться вот... Да, вот в эту. Вон она, обсерватория. Хорошо, персонаж не устает, как в инди-хоррорах всяких. Хотя в Outlast'е тоже не уставал персонаж. Ёкарный бабай, ты посмотри. О! Здесь можно войти? Тут подъем есть. А, можно снизу острова забраться. Круто. Только мне надо вон туда. Хе-хе. Да, слушай, классно. Балдеж. Вон она, вторая обсерватория. Можно, в принципе, обсерваторию будет поставить на превьюшку. Хотя я там постоял до... Что тут, блин, происходит? Ну что, инопланетяне проснулись? Учули неладно. Хотя это, возможно, от меня. Так, отлично. Что тут можно сканировать? Ничего. Тут борьба с КПК. Вода!
Вода, господи. Конец-то. Внутренняя грядка. Лампиновое. Чё, дерево? Папоротниковая пальма. А зачем мне все изучать, мне интересно? Зачем мне все изучать? Чаша яфа. Окей, давай изучим гриб. Чтоб садить, думаю. Блин, я бы собрал, но инвентарь фул. Лампион. Так. Ой, кидать картофель. Воды уже даже не добавит. И это тоже. Выброси вот это. И вот это тоже, я это добуду еще. Фрукт в форме фонаря, съедобный. Еще могу не съедобный. Ой, я думал забагал. О, КПК. Не просто. Барта Торгала. А там был Пола. Вот этого, этого отца, а это его сына. Слушай, вообще круто. Лампиновое дерево, внутренняя грядка, чаша и пальма. Чертеж. Какой чертеж? Что у нас новенькое-то? А, внутренняя грядка. 40. Слушай, да погнали дом делать. 53. Давайте на следующей серии оставим дом. А сейчас отправимся. Давайте я сохранюсь сразу. Мало ли. Вон она, обсерватория. Погнали к ней. Я обсерват... Это та же самая, наверное, или это другая уже? О, нормас, смотри. Ха! То есть подниматься он боится, а спускаться только так. А смотри, подняться не получится уже. Да, подняться. А спускается он как хорошо. И не падает даже. Смотри, он 90 градусов вертикально, и он спускается, как ни в чем не бывало. Инвентарь фул, ну все понятно. Так, тут больше ничего нет. Слушай, надо реально превьюшку сделать. Во. Слушай, а скриншот-то можно себе? А, в натуре можно поделиться. Слушай, если это можно скачать, если это можно сохранить на комп, вообще огонь. Вот тебе и превьюшка. И качественная, и готовая уже. Ну, и даже искать не надо. Ну все, погнали. Так, нам куда? Давайте поближе все-таки с той стороны обойдем. Я не хочу, блин, тут это, блин, монстры. Левиафан, жнец. Слушай, надо будет еще... Я так полагаю, нам еще придется исследовать то, что за этим островом. Ну, то есть вот, вот в той стороне. Потому что мы-то оттуда приплыли. А мы узнаем, что за островом. А вдруг там что-то тоже есть интересное? Может, там вообще какой-нибудь... Даже не знаю, что там может быть. То есть с горы спускался все нормально, а как тут? Так все. Ой, давно под водичкой не плавали, да? Все, плывем капсуле. Я тебе говорил, серифаспин, они вообще уже орут. Ну, в общем, мы так и не нашли с вами капсулу номер 7, зато мы нашли... Смогли многоцелевую комнату сделать. Наконец-то. Я все думал, блин. Во! Цель на видео выполнена. Я же хотел сегодня это. Найти эту. Многоцелевую комнату. Я нашел. Она на острове, оказывается. Я думал, она где-то под водой будет. Слушай, там не остров. Еще один. Это такое облако просто. Потому что, ну... Я не думал, что здесь один остров. Потому что если тут один остров всего, то это... Это как минимум странно, потому что планета-то огромная. Мы опять около этой местности. А что это за биом, интересно? Как он называется? С вот этими вот шарами. Я не знаю. Я не хочу знать. А может хочу, не знаю. Так, ну мы точно знаем, что он находится, эта местность, находится около острова. В юго-западной части. Собственно, в юго, на юго-запад нам плыть и надо, в принципе. Еще не громкий, господи.
Господи ты, боже ж ты мой. В следующей серии мы точно пойдем уже наконец-то на Аврору и на все эти детали, все эти огромные обломки, которые мы... Ну, сначала построим хату. Все. Это... Поджимайте булочки и ждите, что следующая серия у нас строительная. Будем строить дом. Ну, по крайней мере, постараемся построить что-нибудь такое, что-нибудь базу. Потому что, ну камон, ну жить в вот в этом вот капсуле, это... Тем более я еще и заражен, кстати. А вот как мне от заражения избавиться? Я не знаю. Если кто-нибудь смотрит до этого момента, напишите в комментариях. Ой. Как мне избавиться от заражения? Потому что, судя по тому, что вы видите, я заражен. И уже очень давно. Так, вот здесь мы поставим многоцелевую комнату. Можно и поглубже, конечно, сделать, но да нахрен надо. Так, сообщений нет. Все. Вот такая вот выдалась серия. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вступайте в группу ВКонтакте. Забывайте следовать по всем ссылкам, которые в описании. Обязательно жмите на колокольчик. Смотрите Виктор пока на ваших экранах. Не забывайте, что плейлист с этой игрой есть как в описании, так и в подсказках. Ждите следующую серию. Всем удачи. С вами был Дрейфор, игра Сабнотика. Всем удачи и всем пока.